И начнем знакомиться с составами сегодняшних. Даниил Ковтун, 88-й, Александр Кузьминых под 92-м номером. Счет матча открытый. Даниил Ковтун, 88-й, Александр Кузьминых под 92-м номером. Счет матча открытый. Выход КПРФ в полуфинал и серию, в общем-то, закончит. Еще один удар. Выход КПРФ в полуфинал и серию, в общем-то, закончит. Еще один удар. Внимание, вот сейчас с мячом один из лучших футболистов новой генерации. КПРФ ответила. Креативщики этого стандартного положения. Ну, розыгрыш! Какой красивый! Креативщики этого стандартного положения. Ну, розыгрыш! Какой красивый! Своим и счетом, и тем, как развивались события. Сейчас вот все три настолько боевые. Сейчас Заидзе перевернул матч, когда в течение буквально оказались не самой выгодной позиции для того, чтобы разыграть. Проникающая передача! Язов после травмы восстанавливался. Классную передачу. Пусть, мне кажется, уже если не оптимальная форма у Язова, то все ближе и ближе он сработал после восстановления, после травмы. И еще Багиров за баллонком, показывая, что при защитника, но начал падать уже когда новенькая сейчас нам продемонстрирует подопечный Беська Заидзе. Интрига. Здорово действует сейчас бразильцы. Кандр ворота. Еще один. А лучший вратарь чемпионата. Ниязов Асадов. Пара заключается в том, что в полуфинале между собой играют и КПРФ выходит в полуфинал, то между собой смотрим. Ну вот, новая генерация или торпеда сотворят. Ну тут уже даже не маленькое, а большое чудо. Топ. Асадова, хоть и мяч и юркнул между ног Кригеру. Смотрим! Ну, опять на силу! Опять! Заблокировали удар. Ниязов заброс на Шимбиню. Абсолютно синяя. Сумасшедшая просто. И жуткая гематома. Денис Бурковка. Легионеров, игроков сборных команд европейских. Все-таки было пау. Суворов. Ну, гол в раздевалку, конечно, бы не помешал. Какую передачу вырезает Суворов. Ну, подарили нам 5 забитых мячей, и все они на счету сегодняшних гостей в администрации клуба и у всех, кто какое-то отношение к игре имел. Ну что, новая генерация, в принципе, так, с места в кайф. Рубцову и Иванину, Турчину. А вот сейчас, сейчас расстояние не хватит. Как раз один из футболистов, которые в новой генерации считаются. Витраж ворот «Газпром Югры» продолжает удивлять своим профессионализмом и своей игрой. Этим, и кто рядом на скамейке запасных. Милованов, вот это... не имели права так сделать. Это было бы проявление рассчитывать на то, что все решится в одной встрече. Тоже говорит... о профессионализме. Удар! И вот, пожалуй, Педро на Лыскова. В касание поперек. Бурков! И не будет прав. Новая генерация забить. Ну, пожалуй, что соглашусь. Я с Василием. Я бы не стал, очень не люблю этот штамп комментаторский. Так вот, подошла к этому матчу, и все, и Путилов, и посмотрите.
где-то были всплески эмоций и несогласия. Но в целом у Путилов это такой показатель определенный для вратаря. Ну, действительно, болельщики КПРФ, но заслужила сыктывкарская команда хотя бы один мяч, но категорически.